внимание, это рассмотрение вопроса об утверждении проекта изменения в Конституцию, который предусматривает, с одной стороны, вопросы децентрализации местной власти, а именно того, что местные органы, местные советы получат возможность избирать свои исполнительные органы. Соответственно, областные и районные администрации в случае принятия таких изменений в Конституцию в целом уйдут в прошлое. Также стоит вопрос о вопросах придания особого статуса местного самоуправления для некоторых районов Донбасса.